Всем привет! Сегодня у нас 11 января. И вот, пошли вперед, везде. Без меня никуда, короче, никакой личной жизни. Везде преследует. Ладно, 11 января. Сегодня будем закупать пиломатериал. Вот видите, брус. Это брус на первый этаж, на перегородке, на второй этаж. Так что, все. Сколько здесь? 6, 30 туда, 30 туда, 30 вниз, 30 на первый этаж, 30 на второй этаж. Этот брус листвяк 100 на 150 будет ставиться вот так, вот, вертикально. Ну и на нем уже будет полы лежать, потолок. Сейчас будем поеду закупать. Этот, ну, посмотрим, дюймовку или сороковку. Вот она моя стройка, сейчас покажу. Вот она. Все стоит. Ну, нормально. Ничего нигде не трещин. Ни... У нас же в Сибири зимою, когда холодеет, земля сужается очень сильно. Очень сильно играет. То поднимается, то отпускается. Весной, наоборот, все это расширяется. И вот с этим проблемы. Ворота, например, если капитально не углубил, сверху не связал, то эти ворота... Со временем одна дверь будет, вон ворота, там на сантиметров 10 выше, одна ниже, короче, вот такая система. Ну, здесь, конечно, капитальный фундамент. Сейчас, сейчас залезем наверх, покажу вам, как наверху. Сейчас уже поеду по магазинам, корма закупать для птицы, ну и возить материал. Вот. Кран разобрали, сделали новые, вот он наш кран, с которым мы поднимаем, сделали новые ролики, новые блочки, ну, по новой все будет. Сейчас вот этот первый этаж, как в марте, в апреле потеплеет, скинем вот эти брусья, сделаем площадки, чтобы ходить, и будем поднимать второй этаж. Вон гараж, гараж уже закроется, крыша. Тоже планирую закрыть крышу, пока где-то стройка начнется в мае, не раньше, потому что заморозки могут быть. Ну, посмотрим. Ну, а вот они, стены. Сейчас пойдемте посмотрим. Так вот, машину надо будет завести. На улице где-то 18-20, не так уж холодно. Не так уж и холодно. Сейчас попробуем. Так, так, так. Видите, сложновато. Молодец, красавец. Все, завелось. Вот этот гараж. Сейчас видите, здесь дрова, там опилки. Как потеплеет. Уже сейсмопояс, все залито, готово. Кину балки быстро. Вот сейчас еду закупать доски для потолка. Сделаю потолок, утеплю крышу, и гараж будет готовый. Ну, потом уже, как время будет, ворота. Ворота рассчитаны на две машины, на вот мой грузовик, чтобы я спокойно... Это, чтобы я спокойно на нем заехал к себе в гараж. Что вот такая стройка. Ну все, поехали. Поехали по делам. Буду снимать, показывать. Привез. Привезли доски. Вот соседа своего взял. Александр Михайлович, золотой сосед, да? Александр Михайлович. А я не знаю, как. Ну, без, видите. Все на работе, все в школе, доски-то надо возить. Вот хорошо, такие соседи есть. Вот его дача. Здесь сосед мой. Ладно, сейчас у нас солнышко выглянуло. Сейчас 5 мешков. Прогревать. Да, уже прогревать. Сегодня какое у нас? 10? 10 января, а уже греет как, а я вон одет. Сейчас покажу. Тоже осенние курточки одет. Вот, видите, легко и не холодно вообще. Ну все, поехали за досками, сейчас поедем. Сибирь, короче. Сибирь, Сибирь, да, а что? Сибирь, да. Сколько? 18? 18 сейчас? Ну, где-то градусов 15. Ну, утром было 18, сейчас, наверное, ну, видите, вообще тепло. Все, ладно, поехали мы. Поехали. Сейчас как подъедем, покажу. Доску уже заезжали.
за доской заезжали, смотрели, выбора нету, вообще мало. Ну сейчас поедем, сейчас корма привез, теперь поедем за досками. Так. Ну вот мы загрузились. Понимаешь, парень. Помощники. Все. Материала мало. Баллоны. Баллоны придавились. Ну листвяк. Листвяк сейчас 50 досок взял. Ну, мало. Летом здесь намного весной больше. Все, ладно, поедем разгружаться. Немного дорогу сниму. Ладно, ну, едем уже домой. Разгружаться. Дорогой Дедушка Мороз, сделай так, чтобы... Солнышко сегодня, вообще классная погода. Снег обещали. Ну завтра, на завтра 17-19. Вроде бы снег будет. Морозы, морозы, короче, нас отпустили сильные. Да. Этот, сегодня было 28. Которое, то, что было, уже таких морозов нет. Вон здесь, видите. Это край города. Сразу лес начинается. Вот он. Вот он уже. Город начинается с этой стороны. Спортзал вот он. Сюда энергию ходил. Здесь вот сауны, видите, какие огромные. Вот она, трехэтажная. Ну, туда, направо. Ой, налево, то есть. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это WhatsApp. Есть еще видите, ну, здесь начинается уже садоводство, вот космос-садоводство. Вон там наше садоводство. Что? Дороги вон они. Здесь, ну здесь тоже, видите, чистят край. У нас запретили кидать вот эти индигри, как они, ну соль, короче, которая топит этот снег. Когда эту соль кидают, это ужасно, машина очень быстро гниет, обувь гниет, везде грязь. А вот когда вот так сухо, вообще зимой перед морозом можно машину помыть, она идеально чистая будет, до весны покатает, ничего не начнет. Ну все, вот мы приехали, заезжаем в садоводство. Вот здесь, видите, дом. Сейчас направо. Пропустим машину. Ого, смотрите, как меня тащит, а? Груженым. Заносит. Так что груженым ехать, тормозить, это очень опасно. Вот сюда вот наш заезд. Вот дом. Все, поехали разгружаться. Ну все, приехали домой. Сейчас будем разгружать. По дороге еще там перевезли. То все, в гараж он забрал еще ламинат. Хороший. Куда-нибудь пригодится. Укладывать. Так что сейчас будем разгружать. Ну, разгрузили мы машину с моим помощником, вот с этим молодым человеком. Сколько вам лет, Александр Михайлович? 67. 67, видите, красавчик. Если бы еще Новый год не отмечал, выглядел на 18 лет, да? Ну ладно, до сих пор Новый год у Александра Михайловича. А почему бы нет? Ну, сейчас покажу. Этот мы сейчас разгрузили. Это будет потолок вот этого гаража. Для вот этой моей лошадки. Мы сейчас еще заколымили по дороге, пока ехали за этими досками. Это листвяк. Цена одной доски 130 рублей. 130 рублей. Там бумажку, ну-ка, дайте в машине. Я посмотрю. Это накладная. 130 рублей. Здесь почти куб, 50 штук. Что он мне, в 6,5 тысяч обошелся. Ну, уже сегодня я не поеду с вторым рейсом. Сейчас я хотел еще сороковку провести, но время уже поджимает. Сейчас много дел. То все. Да, давайте хотя бы ее. Полно завчем. Вот уже время у нас 15.11. Так. Ну-ка, ну вот она накладная. Сейчас и дайте я посмотрю. 130 рублей штука. Вот у него размеры 26. Он даже не 25, даже не дюймовка. Ширина 155, 4 метра. Ну все, гараж у нас. Потолок вот он стоит.
балки уже у нас в этом лежат. Вы сейчас их видели в теплице. Осталось для гаража купить шифер. Шифер или профнастил, посмотрим, что купим. Но это не проблема. Он всегда есть, поэтому сейчас брать не буду, чтобы, ну, и некуда ставить его. Это уже по месту. Ну и закрывать буду крышу опилками, утеплять. Все, ладно, поехали дальше. Сейчас еще заказы на яйца надо собрать. Вечером развести большую партию. Эй, Алик, своего помощника надо домой отвезти, оставить. Попозже увидимся. Сейчас надо собрать яйца, чтобы яйца развести. Покормим наших кормилец. Сейчас дадим пророщенку. Попозже потом комбикорм, пищевые отходы. И, ну, курочки будут сыты. Сейчас надо будет собирать яйца. Кто-то ковырялся в гнезде, блин. Вот. Там сидит. Ладно, сейчас соберем. Они очень любят. Но это даже не пророщенка, это замоченная. Вчера, ну да, почти сутки простояла в теплом месте на печи. Они очень хорошо едят. Сырую дашь, так не съедают, как вот это. Пшеница, овес, семечко. Ну все, сейчас собираем яйца и повезем клиентам. Развезем. За два дня там 120 штук накопилось. Ну, 120 заказ, вернее. Сейчас вот соберем, да собираем заказ и повезем. Ну, собрал я вот 56 яиц за сегодня. 60 курей снесли, 56 яиц. Сейчас вот вымоем. Вот так я все это выглядит. Вот один заказ. 60 яиц куриных, 30 перепелиных. Сейчас сюда еще 31 решетку также замотаю. И повезли сейчас и за дочкой, и за баком. Ну, походу все дела сразу одним выездом решу, сделаю. Ну и будем потом, вот уже 17:03, мне уже надо выезжать. Не успеваю немного. Так что вот так курочки наши несутся комбикормом. Ну, до этого снимал видео, смотрел. Конечно, я так и знал, что найдутся люди, которые будут говорить комбикорм, там непонятно что. Я не пойму таких людей, они это. Наверное, у них нет возможности покупать комбикорма хорошего. Это очень качественный комбикорма. Сейчас мне звонят. Это очень качественные комбикорма, они идут по ГОСТу. Там, прежде чем нам их продавать населению или какой-то ферме, эти комбикорма проходят очень тщательную проверку на все, абсолютно на все. Поэтому, ну, тот, кто говорит одни отруби там, это бред, полный бред. Самый настоящий бред. Вот он, результат этих комбикормов. Ну, помимо комбикорма, пророщенка, каши разные, мясо, котлеты. Очень-очень богатый рацион у моих курей. Вот. Не знаю, из-за чего они так несутся 100%. Но я считаю, что комбикорма здесь на одном из первых мест стоят. Поэтому, если есть возможность, они себя оправдывают 100%. Ну, очень они себя оправдывают, даже если вы будете покупать хороший дорогой комбикорм, и у вас есть реализация вашей продукции, она оправдается, этот комбикорм. Поэтому. А так, качественно сделать такой же комбикорм, который вот я кормлю, не знаю, вот в домашних условиях это очень сложно, это надо столько всего закупить, чтобы получился такой калорийный комбикорм. Поэтому, ну, как-то так. Это мое мнение. Ладно, все, поехали. Уже клиенты вот видели, сейчас звонят, уже ждут меня. Ну, у нас сейчас час пик. С 5 до 6 машин сколько. В городе. Едем, вон, забрал. Малина. Забрали садика. Катаемся, да, мы с тобой? А? Вот сейчас мы едем оставлять яйца. Вот приехали уже почти. Сейчас там нас ждут уже. Подъезжаем. Вон клиент нас ждет. Так что Олег уже нас набирает, наверное. Ну все, мы приехали домой. Ой, устал я сегодня вообще, капец, у меня сегодня столько дел. Вот, мы развезли яйца. Пакеты вон они полные. Вон,
фейс-контроль нас встречает, ждет. Сейчас будем всех кормить, поить. Ну и пойду закидывать видео в YouTube. С первого надо монтировать, поставить там не знаю сколько времени. Вчера вообще YouTube что-то вечером видео, наверное, часа три загружал какой-то там. Или YouTube был, Алиночка, не надо. Или YouTube был, ну, гнал, или что-то у меня с компьютером. Так что, все, приехали, все, все, сегодня вот, сейчас еще покормим хозяйство, потом вечером еще за Эльмирой съездим, за женой, и Алиночка. И на этом выходной закончился. Ну все, спасибо, кто досмотрел. У нас идет снег. Не знаю, видно, нет, не видно, мелкий снег пошел, тучи подошли, вон какие тучи, сейчас пошел снежок, так что опять снег идеально белый, чистый, вот сколько смотрю, наблюдаю, несколько дней не было снега, ну значит то, что нету никаких выбросов, все нормально, все чисто, экология хорошая, ладно, всем пока, спасибо за просмотр, скоро увидимся, пока.